Всем привет! Сегодня я буду обозревать мод Trecapitator. Итак, начнем. Он, ну, как вы уже все знаете, позволяет рубить деревья. Прям сразу же. И вот самый мощный алмазный топор. И вот так он срубает дерево. Скорость срубки не такая, как обычным бревном. А, ну, в общем, как будто вы рубите все бревна сразу. Итак, в общем, если нажать Shift, то трекапитатор не сработает. Вот. И еще вот кое-что хочу попробовать. Вот так вот. Он тоже не работает. Можно выращивать свои деревья. И вот он. Тоже их срубывать. Вот. Все, готово. Так, даже если попробовать большое дерево вырастить. Так, дерево давай. Расти. Вот, большое дерево. И рубим его. Долго рубится, конечно. И вот, оно тоже срубается. Выпадают яблоки и саженцы. В общем, вот все, что это добавляет, это модификация. Так что всем пока.